Художественный фильм «Пляшущие человечки». Господа, можете гасить свет в фойе и закрывать театр. Ну что же это такое? Черт побери! Если не ошибаюсь, мистер Бобкинс. О, фу. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Ой, спасибо. Я вам так благодарен, что вы пришли. Я так вам... Простите. Я волнуюсь. Я просто очень волнуюсь. Эти загадочные послания. Да вы не беспокойтесь. Мой дедуктивный метод раскрывает любые загадки. Да. Расскажите все подробнее. Да-да-да-да. Мистер Холмс, я скромный владелец этого маленького лондонского театра. Жизнь текла спокойно и размеренно. Как вдруг... Простите. На прошлой неделе я получил вот эту записку. Пляшущие человечки. Пляшущие человечки. Необычный шифр. Мне кажется, в этом есть какая-то скрытая угроза, мистер Холмс. А на этой неделе я получил вот эту записку. Опять пляшущие человечки, но они немного больше. А еще больше. Они в той надписи, которая появилась сегодня у входа в театр. Там они вот такие. Я заметил. Знаете, думаю, что я разгадал вашу загадку. Это русские. А это не столько шифр, сколько проблемы с английским языком. Господи. Это русская мафия. Да нет, мистер Бобкинс. Боюсь, что намного круче. Вы как-то поздно спохватились. Господи. Но что же мне делать? Принять их условия? Какие? Вам придется согласиться на гастроли ансамбля песни и пляски российской армии в вашем театре. О. Тем более, что эти пляшущие человечки уже здесь.